Друзья, всем привет! У микрофона Александр. Сегодня наш видеообзор мы посвящаем микрофону SE Electronics 2200T. Микрофон SE 2200T является долгожданной ламповой версией студийного конденсаторного микрофона SE 2200A, который получил почти все награды на многих музыкальных выставках, как инновационная разработка, а также за соотношение цены и качества. Модель SE 2200T дополняет и улучшает достоинства своего предшественника теплой ламповой окраской. Микрофон имеет 1-дюймовую позолоченную диафрагму и новый блок питания, а также низкочастотный фильтр и аттенюатор 10 дБ. Частотные характеристики от 20 до 20 тысяч Гц, направленность кардиоида. Комплектуется микрофон следующим образом. Пластиковый кейс для хранения и переноски. Блок питания с переключателем напряжения. Напомню, что в наших розетках 220 вольт. Сетевой кабель для блока питания. Паук-держатель. Микрофонный 7-пиновый кабель, который ни в коем случае нельзя терять или повреждать, поскольку найти и купить его отдельно сложно и дорого. Что касается возможности услышать этот микрофон в деле, предлагаем вам послушать демо, которое мы записывали, обозревая готовый комплект для домашней звукозаписи высокого уровня с участием профессионального внешнего аудиоинтерфейса Roland Quad Capture. Приятного прослушивания и до новых встреч! Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них, все не впрок. Но зато все случилось так, что я выдержал груз атак и моих дорогих друзей дал мне Бог. Мой друг, ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все яснее, настоящий друг.